У Могилеве пачалі работу класы професійнай накіраванасці. Старшакласнікі, якія мараць пра медыцынскія і педагагічныя прафесіі, будуць навучацца па спецыяльнай праграме. У Могілёўскай школе нумар 5 за парты селі будучыя медыкі. Каждый атом, он существует в виде изотопа. Наиболее распространенные изотопы водорода, кто мне вспомнит, это я вам задаю вопрос из физики. Успомнить пройденный материал шмат часу не займая. Усе 27 вучняў гэтага класса прошли строгий отбор, усе мотивованы на учебу. Это престижная и востребованная работа. Хочу стать врачом-окулистом. Если получится, конечно. Замечательный учитель был наш бывший классный руководитель, и она привила особую любовь к предмету химии. Дарэчы, у Могилёве зараз два класса медицинской накіраванасці у 45-й и 5-й школах. Дети прошли праз конкурс нават больш строгий, чем у некоторых гимназий. Конкурс был достаточно большой. Самый главный критерий, вернее, один из основных критериев – это не только желание родителей и учащихся, их результаты диагностики, но вместе с тем это и один из главных показателей все-таки. Эта отметка по профильным предметам должна быть 7 баллов и выше. У класі не только вучні уласна 5-й школы. Есть те, кто перейшел у профильный класс из інших навучальных установ города. Мама – медработник, и... Посмотря на нее, я как-то тоже решила связать свою жизнь с медициной. Мама говорила, что это сложная профессия, но в то же время она интересная. Это общение с людьми, это как бы узнаешь, что это новое. Саморазвитие. На протягу 2 гадоў дети будут не только на поглыбленном узроўні вывучать химию и биологию, але и наведывать практичные занятки у Могилёвском медицинском колледже. Татьяна Дмитриева, Виталь Вопсев, Новини регион.